Запад был в разные периоды по-разному, но все равно центром мировой цивилизации. Все стремились быть похожим на Запад. Это был безусловный лидер этого мирового глобального прогресса. Научно-технические достижения, техника вообще, вооружение, кстати, образование и так далее. Вот. Ну, потом финансовая власть после Второй мировой войны, доллара и прочее, прочее. С распадом Советского Союза это еще более укрепилось. Все. А тут подрос Китай, и Россия вновь стала подниматься и заявлять свои права. Ставки настолько велики, что нужно непременно побеждать. А чтобы непременно побеждать, нужно не только военным путем, тем более, что Россию победить военным путем крайне сложно или почти не, или вообще невозможно. Нужно побеждать ее всеми остальными способами, особенно там, где Запад имеет превосходство. Так что нужно мобилизовать все возможные ресурсы для того, чтобы компенсировать недостатки вооруженных сил Украины вот этим финансовым, экономическим, дипломатическим, информационным могуществом. Суть-то в том, чтобы они продержались до разгрома России не на военных фронтах.